Всем хай, с вами Батрушка. Сегодня вот я решил показать свой настоящий голос. Да, это, конечно, очень странно, но, бляха, мне надо как-то показать свой голос. На самом деле, да, я такой же школьник, как и другие. Ну, тут, короче, случился такой нюанс. Ну, как нюанс? Короче, ребят, я тут такой дебил в плане того, что вообще. Я сейчас объясню свое мнение. Смотрите, я ему написала, я буду сейчас просто читать. Хуёбно. Пока. Бро, ты что? В скайпе поговорим. Да. И в чем дело, бро? И тут я, короче, скинула то, которое он написал. Было, когда по делам еще ходил. Ира. То есть я ее звал поиграть, и тут, ну, конечно, меня созвонился прорвало. Я теперь только сейчас понял, что ты меня наел. Ну, вы поняли. Знаешь, как легко на самом деле? Ты не Ирина, ты специально придумала это имя, чтобы использовать меня. Легко, а Донат, то есть Донат. Донат, то ты не заработал. Ты выпросил у родителей денег. Задонатил. Так. Сколько раз я просил, пусть она подойдет. Не, она не может, она спит, она на работе. Нет, на самом деле ты врал. Еще меня убило то, что вторая степень смертельная. Ты думаешь головой, вторая степень не смертельная для человека. Невозможно забыть парня, друзей и других. Это третья степень. Вот там, да. Так что пошел пойдем. И тут я ему, после этого, конечно, когда я отправил эту херню, я ему, короче, позвонил по скайпу, ну, то есть сказал, говори, прими. И он такой. И потом, короче, хотите прикол? И сейчас расскажу. Когда мы разговаривали по скайпу, он такой сказал, бро, понимаешь, и скинул трубку, понимаете? А теперь он пишет, я ему такое написал, что ты кинул трубку? И смотрите, он теперь не оправдывается. Бро, и сам сказал, что позвонишь. Я этого не говорил в тот момент, я ему сказал. Вот сам, как бы, вопрос, это реально, что ты, как бы, играешь? То есть, это реально у тебя есть сестра или нет? Знаете, что он сказал? Он ничего не сказал. То есть, получается, что я его обломал. Очко заиграл. Сразу видно, блядь, что очко заиграл у него. И мне не нравится, когда меня кто-то обманывает резко, и у меня сложилось, и прям врывается, блин, это мат кругом. Ну и все. Ну, я мат не могу, потому что меня забанят. Ну, так, в общем, продолжаем дальше. Сейчас я по скайпу еще позвоню, попробую. Записывается, надеюсь. Да, записывается. А, значит, что бы он написал? Так, почему я должен отвечать? Ты же не татан. Ты бро. Пойми, бро, может все быть, но ты хотел на медика. Иди-то на все четыре стороны. Все слетел. Все слетел. Иди на четыре стороны. Давайте попробуем позвонить ему сейчас. Ну, эхо-муха. Сейчас, погоди. Ответь. Пожалуйста. Сейчас я позвоню еще раз. Попробую позвонить, пожалуйста. Алло. Нет, что? Не хочет он отвечать. Боится, наверное. Он не хочет. Он просто, видите, что он написал? Ну, в мою и Ирину, то есть это, не вмешивайся, можешь с ней не переписываться. Ну, кажу, не лезь, заметьте. Я ему сказал... сейчас напишу. Давайте я попробую выпросить сейчас все-таки. Пусть он позвонит мне. Так это, конечно, неправильно. Я сразу был. Забыл, короче, записать. Извините, у меня микрофон в тот момент не работал. Я каждый раз его выключаю после, когда записываю видео про танки онлайн. Так, давайте напишем. Допустим, прости меня, пожалуйста. Сейчас будем извиняться. Прости меня, пожалуйста.
Я не знаю, как такое вообще возможно, как надо, ну не знаю, вот я понимаю, там, ну если вы знаете, в каждых играх, когда вы играете, встречаться или попадаться, вот, например, в Сампе часто играют трансы. А есть такие девушки, которые играют под мужскими никами, а есть мужики, которые играют под девушками никами. Я помню, я раз познакомился, знаете, там заговорил в скайпе мужской голос под девушкой. Извинения, да? Да. И знаете, меня больше всего убило, когда ответил мужик, знаете, я у него такой задал вопрос: так все-таки ты транс? А я думал, ты девушка. И знаете, он забросил трубку. И он после этого больше мне не отвечал. То есть он меня сразу добавил, то есть удалил с друзей, все, иди в пень. Всякое такое. Извинения, да, вопросы, да. И знаете, я просто сейчас выпрашиваю у него скайп, чтобы он мне это... Я с ним пообщался. Так, ладно, короче, смотрите, я сейчас вам... Вот там, на секундочку. Идите, я сейчас быстренько договорюсь с ним и посмотрим потом. Раз, два, три. Народ, 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 у меня получилось все-таки, получилось это все сделать. И, короче, я сейчас, смотрите, что он написал. Хорошо, но больше не надо ей писать. Мате, то есть мате. А, и остальные, и мне, понял? И я как бы написал, да, ответь в скайп, хорошо? Он написал, окей, сейчас ему позвоним. Ребята, главное, потом не пишите в комментариях насчет меня. Ну да, я школьник. Это все знают, каждый снимает в Ютубе про танки онлайн. Там же школьники. Мы же все такие. Мы размножаемся, ребят. Ну ладно, мы звоним. Раз, два, три. Алло. Алло, что ты отдаляешься? Поближе можешь немножко сесть? Ну, что, ты обиделся, что ли? Я же не увидел, что я просто так пишу. В смысле, Но просто больше так знаю, пишешь? что я. Чтоб понял, я не понимаю, что ты сейчас сказал. Это типа угроза? Нет, это типа угроза. Но больше напиши, понял? Ну, окей. А ты можешь Иру позвать? В смысле игру? Я хочу позвать свою девушку, чтобы она подошла к микрофону, и я поговорил с ней. Ну, потому просто мне хочется побеседовать со своей девушкой, узнать, как у нее дела, как у нее вообще там происходит. Надо ждать. Сейчас потише, я просто не хочу сейчас вас перебивать резко. Ай, бляха-муха, пожалуйста, ответь. Так, ребята, я, короче, извиняюсь. Я тут, короче, сейчас ему пытаюсь позвонить, я просто отошел на некоторые случаи, мне там позвали по личным делам. Я, короче, ему сказал, подожди, пожалуйста, чуток, хорошо? И он такой отключился сразу. Я такой, слушай, ну просто слышу, что отключилась. И тут, короче, смотрите, бро, вот ты, как всегда, будешь просить, давай, бротно, все начнем. Бротно. Обратно, может, наверное. Может пообщаться с девушкой своей. Ах, не. Вопросы, бля, если что, прости за мат. Можешь мне, пожалуйста, по скайпе это все сказать? Просто я плохо понимаю.